Добрый вечер, друзья, вот и подписчики канала, Ара Земледелия. Друзья, днем стоит неимоверная жара. Уже третий день подряд. 46 в 3 часа дня показывает термометр. Может, он врет, я не знаю. Но дышать нечем. Значит, выехали на дисковку, убрали мы ячмень. Зелень прет, вы видите как, да? Зелень прет, капитально зелень прет. Дискуем. Земля влажная, сразу хочу сказать. Не то, что лепится, а вот отпечатывается. Это вымочка, друзья. Дискуем, в ночь вышли. Не знаю, насколько хватит. Трактор греется. Вот сейчас температура 95 градусов. Остановился. Сейчас решетку радиатора почищу. Он забитая. А обещают с четверга дожди. Вот где комбайн ходил. Смотрите, я вам хочу показать. Уже полопалась земля, да? А вот убираешь, и она сырая. Жара неимоверная. Прям рвет на карты. И если мы ее сейчас пересушим, я ничего не сделаю. А если пойдут дожди, то будет вода стоять. Вот гляньте, как комбайн с пробуксовкой шел. Благо не утопили. И вот решетка забита. Сейчас будем заглушим его, то вычистим. Как-то так, друзья. Луна уже светит. Все, поехали мы дальше работать. Покуда видно. А, да, хочу. Дискатор БДН 2.4 Белинск. Значит, выставил по 12 градусов и там, и там. Глубину где-то 8 сантиметров поставил каток. В общем так, вот в один след. В принципе, вырезает. Все, друзья, едем дальше работать. Жара неимоверная. До 12 я дисковал. Сегодня с утра, вот, 4 утра встал, кофе, чай. И вот сейчас на поле. Туманище, ничего не видно. Это значит, говорит о том, жарить сегодня будет. Ну, наверное, как бы не все 50. Вода течет с трактора. Все, надо ехать, потому что нам осталось всего 2 гектара. Давайте, друзья.